День рождения столицы Чувашии обещает запомниться горожанам и гостям столицы многообразием событий. В рамках развлекательной программы пройдет фестиваль семейного творчества «Аистенок». 6 лет подряд в нем принимают участие молодые родители, которые соревнуются в оформлении колясок своих малышей. Наша съемочная группа побывала в гостях у семьи, которые участвуют в конкурсе. Дарья Филиппова – мама 2 девочек. Принять участие в конкурсе решила после похода на прошлогодний фестиваль. Воспитание детей отнимает много сил, а восполнять их помогает творческий процесс, которым сейчас увлечена вся семья. От конкурса, конечно, мы ожидаем только победы, настроены на победу. Конечно, думаю, то, что конкурсанты будут достойны, и поэтому мы готовим сложную композицию, так сказать, состоящую из 2 элементов. Над идеей долго думать не пришлось. Дарья выбрала тематику, которая близка ей по духу. Коляска будет оформлена в этническом стиле с элементами чувашской вышивки. У нас 2-местная коляска, и поэтому мы решили сделать как бы чувашскую куклу в чувашском национальном костюме, а сзади как бы представить печь, и на которой будет выставлен национальный колорит, как раз-таки предметы, быта, утварь, что-то будет из еды. 12-летняя Аня приехала из Подмосковья специально для того, чтобы помочь сестре. От конкурса юная рукодельница ждет только победы, ведь силы времени затрачено немало. Вырезаю чувашский орнамент, затем мы его приклеим на нашу куклу, и это будет все выглядеть очень красиво. У нас много будет таких вот украшений. Все карты участники фестиваля пока не раскрывают. Говорят, что итоговую работу можно будет увидеть на самом конкурсе, который состоится 16 августа на Красной площади города Чебоксары. Дарина Игнатьева, Светлана Аликимова, Евгений Анисимов, Республика.